На этот год в Джалалабадской области было запланировано заасфальтировать 20 километров дорог, по 3 километра в каждом районе. На сегодняшний день объем работ выполнен наполовину. Укладка асфальта в разгаре в Чаткальском и Алабукинском районах. Средства предусмотрены из республиканского бюджета. В Сузахском районе план уже выполнили. Было освоено 15 миллионов сомов. Асфальт на 650 метрах уложили в Багышском Айлыкмыту. Столько же в селе Джиргетал. Также заасфальтировали дорогу в городе Кюкджангак. Базар в Кургонском районе улучшают и внутренние дороги. Работа выполняется за счет местного бюджета. Так, на улице Калмурзаева в Базар Кургоне заасфальтируют почти 2 километра. На это предусмотрено около 5 миллионов сомов, еще 3 миллиона за счет гранта. Согласно условиям тендера, подрядная организация должна завершить работу в течение недели. Проект войнча. Основание дороги уже подготовлено. Сейчас укладываем асфальт. Его толщина 7 сантиметров, ширина же дороги 5 метров. Несмотря на тяжелую эпидситуацию, работы продолжаются. Нас, как жителей, это не может не радовать. На плохие дороги мы насмотрелись, и эти дни останутся позади. На дорожные работы Базар Кургонский Айлыкмыту выделил 17 миллионов сомов. Сейчас готовится проект на ремонт нескольких улиц, после объявят тендер. Тишибаев көчесі, Дамладжанов көчесі. В ближайшее время начнется асфальтирование улиц Тишибаева, Дамладжанова, Сулайманова. Также хотим заасфальтировать те улицы, на которых расположены школы, детсады и другие соцобъекты. В районе заасфальтированы основные улицы Чингиза Айтматова и Дамладжанова, а также главная дорога в селе Сейдикум. На это ушло 12 миллионов сомов из республиканского бюджета. Улучшение дорожной инфраструктуры проводится в городе Джалалабад. Расширяется улица Джусупа Бакеева. Ширина дороги составит 14 метров. Прокладывается тротуар и ирригационная сеть. Работы стартовали в мае. Тендерная стоимость объектов 36 миллионов сомов. Елена Ткаченко, Дамира Базарбаева, Усмон Уламсадыр, Алмаз Саттаров, Нуркайс Абдарахманова, Лото 24, Джалалабад.